Да ё-моё! Чё с моей машиной? Как мы можем дальше ехать, если у нас заднего колеса нет? На двух передних валим, дрифт устраиваем. Всем привет, с вами Глент, и вы на моем канале. Ребята, сегодня будет ролик, где мы будем разбивать тачки. Вы просто посмотрите на карту, что нас ждет дальше. У нас есть машина, которая будет ехать прямо. Нам нужно как-то словить жесткий тайминг и проехать мимо вот этих вот дробилок. Если проедем, то сможем сбить тестировочные манекены. Снизу мы можем прокачивать нашу машину, пока что у нас левел 1 абсолютно везде. Предлагаю начинать. Просто, я так понимаю, нажимаем на левую кнопку мыши, она начинает ехать. Так, если отпустить, это затормозит. Тихо, тайминг словил с первого раза. Сюда. А, ё-моё! Смотрите, как много здесь интересных тачек! Если мы будем потихонечку прокачиваться, то мы можем дойти даже до самолета. Офигеть! Тем временем мы проехали 74 метра, и у нас второй левел. Давайте ловить тайминги. А если просто ехать вот так вот прямо? Да ладно! Ничего не надо было делать, я просто мышку вот так вот держал. Зырите, сколько проезжаю! 64, 65, 68, 70, 72... Блин, у нас рекорд 74, но сейчас 72. Ладно, ничего страшного. Двигаемся дальше, у нас следующий левел. Здесь надо словить... Ой-ой-ой! Словил, ё-моё! А, подождите, я могу ехать дальше. Нормально, живем. Машинка держится. Ай! Ау-ау! Подождите, у меня уже какой-то бутерброд, а не машина. Нет, она далеко не проедет. Здесь шансов нет, но уровень прошли. Давайте 36, 37, 37 метров. До рекорда далеко. Мы 74 сразу поставили, я просто в шоке. Еще пару раундов, и у нас уже будет новая тачка. Джип здоровый. Но надо пытаться проходить уровни вообще на любых машинах, чтобы дальше пройти. Так, здесь проезжаем. Здесь так немножечко задело, но ничего страшного, здесь. Блин, какая, блин, оценка игры, дайте проехать. 64 метра проехали. Но ничего, джип все ближе, джип уже близко. Так, ладно, я понял, здесь уже просто нажимать на кнопку не получится. Надо было притормозить. А, нет, стоп, я еще могу ехать, на удивление. Ё-моё, куда я подпрыгнул? Что происходит с моей машиной? Здесь, спокойно на стыках подпрыгнули, ничего страшного. Здесь остановились и поехали. Блин, поехали. Жить, живем, да ладно. Машина может еще ехать. Ничего себе, так она еще 30 метров прошла сверху. Ну да, немножечко сузили тачку, ничего страшного. Еще 60 метров сверху, и у нас разблокировался джип. А, мы можем разблокировать не только джип, еще какая-то тачка может быть новая. Стоп, спокойно, сюда. Это мы забираем. У нас джип, ребята. У нас 1600 денег, и мы можем немного прокачать машину. Ну, конечно же, прокачиваем скорость, прокачиваем, конечно же, стоимость. А, ну и по логике вещей, durability. Долговечность. Вот так вот это переводится. Конечно же, мы это обязательно должны прокачать. И погнали. Притормозили, нажали на газ. Ой, немножечко врезались. А, подождите, это весь левел? Так, подождите, у меня машина вообще практически не уничтожилась. Я должен попить свой рекорд. В смысле, 62 метра. Да я машину вот так вот задел, вообще чуть-чуть. Я не понял. А, подождите, еще один спин. Погнали. Окей. Опять джип выпал. Продолжаем. Так, спокойно. Нет. Вот, после этого удара. Поехали. Понятно. Приехали. Просто полностью приехали. Не. Этот левел, я считаю, не пройденным даже. То есть, да, мы как бы прошли, но еле-еле. Вы посмотрите, у нас от машины вообще ничего не осталось. Так, опять респиним. Подождите. То есть, нам может еще выпасть другая машина? Типа, вот эта красная? В целом, я спокойно пройду и на красной машине уровень. Здесь, ну, не пройду, наверное, все-таки. Что с моей машиной? Так, надо начинать заново. Поехали. Здесь нужно вовремя нажать на газ. Вот, я думаю, сейчас, спокойно, вообще ничего не почувствовали. Здесь не почувствовали, проехали. Блин, думал, проеду вообще без урона. Ну ладно, ничего страшного. Можем спокойно продолжать. Офигеть, там дальше такие тачки, просто жесть. Мы играем в игру, где разбиваются машины. Но, ребята, вы разбиваете мне сердце. Реально. Вы просто не подписывайтесь на этот канал. Вот что бы я вам ни говорил. Ну, вот какие бы аргументы ни приводил, вы не подписываетесь. Не, ну как, вы подписываетесь, конечно, за это вам огромное спасибо. Но я знаю, что подписок может быть гораздо больше. Потому что больше половины зрителей смотрит этот ролик не подписанным. Студия аналитики на связи. Добрый день, сейчас вам дам отчет. Сколько сейчас людей смотрит ролик без подписки? Сколько? Я давно сюда не заходил. Я думал, ну, 52%, 53%. Это, конечно, много, но с этим можно жить. Ну, 57,4%? Вы чё, ребят, вы просто посмотрите. Подождите, я обновлю страницу, может, это какая-то ошибка, но 57% это очень много. Это почти 60%, вы чё там обалдели? Вы не подписывайтесь на канал.